У нас проблем-то с вами много на территории муниципалитета. Это аварийное жилье, это и ветхие брошенные строения, которые нужно сносить, это несанкционированные свалки. Но пусть этих вопросов будет много. Пусть будет, условно говоря, бедно, но чисто. Я бы начала с нас с вами. Что мы делаем в рамках вопросов благоустройства? С чего мы начинаем? Конечно, мы начинаем с уборки. И это очень важно. Дело в том, что мусор не появляется у нас по результатам приезда инопланетян. Это наш мусор с вами, поэтому нужно за собой и уметь убирать. В чем заключается работа чиновника? В том, чтобы, услышав обратную связь от населения, он проделал всю бумажную работу, на основании которой городу бы выделили финансирование. Мы и песни можем попеть, и убраться, и забор поднять, и покрасить, деревья побелить. Ну, то есть то, что необходимо для непосредственно самих жильцов. 3 года подряд руководство города в отпуск не ходит. Бывают исключительные случаи, семейные обстоятельства, но мы должны понимать, что этот период потом ляжет в основу процветания города в году.